Вот, это существо, которое никогда не танкует, а вечно долбит стеночку. Рашерить плохо, я вам всегда говорил, что рашерить нельзя, это плохо, вас будут всегда нагибать, и в КВ вам смысла ходить нету. Здорово, ребят, с вами Тима, и это первый ролик про ЛВК 30 на 30. Да, 15 на 15 я часто записывал, а вот 30 на 30 это первая КВшка, она вчера началась, но атаки я делаю только сейчас, потому что появилось время записать и показать, что у нас с подбором. Изменился ли вообще подбор за это время? То, что людей стало больше, ну, скажу так, стало лучше. Ну, первая КВшка показывает только то, что стало лучше. Дальше будет видно, я, если что, буду записывать третью или пятую КВшку, посмотрим, как получится. Но все равно есть, конечно, перевес, но учтем, что у нас есть два дисбалансера ТХ-11. А так, смотрите, ну, у них ТХ-11 их много, конечно, у них прокачка такая себе. Ну, в общем, плюс-минус баланс одинаковый, поэтому, ну, пока претензий вроде бы как нету. Конечно, в конце у них тоже перевес есть, в плане того, что у нас тут слабый ТХ, ну и мой аккаунт тоже ТХ-5 вчера перешел, а у меня в зеркале ТХ-7 слабое. Ну, в общем, перевес какой-никакой, но все же есть, но это терпимо, кстати. И, ну, я сегодня буду проводить атаки с 5 аккаунтов, 6-й аккаунт у меня в другом клане, но с КВшкой там лажа получилась, в итоге я медальки за ЛВК не получу. Практически никаких. Ну а тут нам сейчас придется делать атаки. И я так посмотрел на соперников. У нас есть люди, которые взяли 0 звезды. И это был один человек вроде бы. Там очень странная атака была. Я на стримчанском вчера показывал. Поэтому Рома атаковал 17 номера. То есть того, кого не закрыли. И поэтому, ну, мне нет смысла, допустим, бить там того же 8 номера или 9 номера. Поэтому я буду бить его номера с дисбалансера, скорее всего. Или же буду бить 7 номера с дисбалансера. А так у меня в КВ сейчас 2 девятки, 8, слабая ТХ и дисбалансер с 8. Ну и давайте, наверное, приступим уже атаковать, что ли. Тут, конечно, у меня миксец очень странный, и вы сейчас удивитесь, кого я буду бить, потому что это реально очень странно будет. Так, это гиганты плюс колдуны, лол, вообще даже без бомберов. И почему же я взял такой микс? Потому что, ну, я не знаю, просто заготовлен был, поэтому и буду атаковать. Это какой-то фан-микс у меня. Ну, по-другому никак его не назовешь. И я буду бить, так, зеркало своего дисбалансера. Да, а что мне еще делать? Дисбалансера нужно нормально использовать. Я буду закрывать ТХ-11, ой, ТХ-10. А с ТХ-9 буду бить уже, так, 28 номера. Все, поехали. Я надеюсь, что мы трешку с вами возьмем. Будет, конечно, очень потно, но я постараюсь взять трешку, реально, я вам отвечаю. Так, давайте начнем. Кстати, тут шарики в КК. Ну, давайте, ладно, гига сольем. Блин, а у меня только колдуны. Ну ладно, сейчас с колдунами, если что, сольем шариков этих. Это не проблема, как бы. Окей, закинем, наверное, вот сюда куда-то яд, потому что нам уже нужно уфать шарики. Закинули. Ну, минус шарики, короче, изич. Да, все, минус шарики, шикарно. Запускаем, короче, пачечку гигов. А можно вообще всех в одно место скинуть, а? Мне кажется, вообще идеально. Да, конечно, гиги пострадали. Но, блин, тут даже комментировать реально нечего. Тут просто вот так вот сделал. Какая у меня... О, еще и голем, просто топово. Как затащить на КВ с помощью големов и гигантов? Только вот так. Давайте закинем еще колдунов, что ли. Можно в целом вообще и рейдж накинуть. Ну, я нападаю на него не зря, потому что закрывать все равно некому будет этих номеров, поэтому я закрываю их с этого аккаунта. Че звезды терять, поэтому я и закрываю. Так, давайте, короче, хил накинем, но мне как-то вообще по барабану. Все, что есть, закидываем, прожимаем кинга, закидываем колдунов вот так вот. Быстренько забираем этого чела. Также башни лучниц давайте заберем по фасту. Колдунов очень много, поэтому забираем все это дело быстро. И потом я уже буду атаковать нормального соперника, а то реально атаки будут очень скучные, так как я с почти фуловой девятки, без королевы, атакую рашерскую 8. Но ничего страшного, атаки сегодня будут интересные, допустим, с дисбалансера или же с фулового ТХ-9. Наконец-то мы взяли с вами трешечку, конечно же все войска у меня остались живы, но это и так понятно из-за чего. С фуловой девятки я буду брать 7 номера, и тут, я думаю, атака будет повеселее, потому что это десятка, ну как сказать десятка, очень странная десятка, я первый раз такого вижу челика, смотрите, у него как бы ТХ-10 и клановая крепость от ТХ-8, просто что? И при этом деф весь прокачанный. Не знаю, как правило, когда переходят на следующую ратушу, сразу качают ТХ. Так он 2 ТХ перескочил и до сих пор КК не апнул. Очень странно. А еще самое веселое, знаете что? Если мы перемотнем на 8 номера, мы увидим, что тут стоят адские башни, а у этого чела нету, и он стоит выше. То есть на основной базе у него не стоит деф, ну, новый деф. Я предполагаю, конечно, так. Ну ладно, я его смотреть не буду.
Но все равно не просто так он стоит выше. Неважно, что там деф слабее, адские очень сильно решают в балансе. Так что у него на КВ не выставлен весь деф. Итак, я буду играть миксом. Ну, земля-воздух. Правда, без бомберов, потому что, ну, они просто не нужны. Сейчас поймете почему. Не буду долго размусоливать атаку. Просто покажу, как я хочу взять его на 3 звезды. Так, перед заходом мы снесем 2 ПВшки и королевушку. Поэтому давайте уже начинать. Надеюсь, тесел по краям тут нету. Закидываем голема 1, голема 2. Сегодня атаки будут, надеюсь, топовыми. Лишь бы самое главное не сглазить, а то я когда записывал атаки с 6 аккаунтов, мне реально что-то не везло совсем. Ну и я рачил, как не знаю кто. Джамп чуть-чуть кривой был. Ну ладно, в принципе, на ту секцию мне и не нужен джамп. Закидываем королевушку, закидываем кинга. И уже в целом можем закинуть даже и рейдж. Так, клановая крепость вылетает, моментально накидываем яд, тут накидываем хил. Ну и королевушка должна перепрыгнуть не в ту сторону, куда она пошла, но я должен вытравить, по идее. Так, с этой части мы уже начнем заход воздуха. Закидываем... Ой, я не прожал, блин, героя. Сори, я забыл это, как сказать вам, заход делать свой дальше. Закидываем еще одну лаву с этой части, закидываем по массовому шариков еще... Так, спешек. Давайте вот сюда юзнем спешек, потому что он тут уже необходим. Скоро уже буду прожимать королеву, хотя не знаю, есть ли смысл в этом. С этой части докидываем шариков. Ну блин, уже фейл есть, я не прожал королеву, ой, кинга. Это капец как обидно, когда не прожимаешь одного героя из-за того, что делал заход. Но, смотрите, шариков у нас осталось очень много. Короче, ладно, прожимаем королеву, это изи трешка. Если бы я прожал бы кинга, было бы еще красивее. Ну ладно, что есть, то есть. Закидываем по углам лучниц. Специально для этого я их и брал. Можно было взять больше, но у меня микс бы потом это не в полном составе был. Поэтому и двух лучниц вполне хватит. У нас и так шариков очень много. Плюс собаки, плюс колдун, который жил. И боулер, которого уже тоже нету. Лол. Все погибли. За мной наблюдают уже 4 человека. Не знаю, сокланы или нет, но не суть. Самое главное, что мы с вами сделали еще одну трешечку. Вот, это существо, которое никогда не танкует, а вечно долбит стеночку. Значит, он подолбил вот здесь чуть-чуть стеночку, потом сюда пришел, и здесь теперь долбит стеночку. Не, ну реально. Минус джампа в том, то, что когда голем перепрыгивает, он дальше, ну, никуда не пойдет, потому что стены ему мешают. И в итоге, если стены не будут проломлены, голем так и останется долбить стеночку. И из-за этого бывает, что сливаются атаки. Я думал, что с ТХ-8 сейчас тоже нормальная атака будет, но нет, нифига не нормальная, потому что, блин, я посмотрел сейчас, значит, зеркало свое и чуть-чуть удивился. Сначала, конечно, на бонус глянул, но потом на вот это вот чудо... И просто офигел. Вот это ТХ-8? Серьезно? Ладно, давайте нападать. Что уж делать, придется бить. Ну да, красивых атак, конечно, сегодня не очень много будет. Вот на ТХ-9, да, я уже более-менее показал. Давайте выманим, наверное, одним бомбером, что ли, КК. Кстати, колдуны. Давайте лучше довыманиваем, а то потом фейл будет. Конечно, таким миксом можно вообще не выманивать, по сути. Сделать можно вот так. Но я даже не знаю, зачем я выманивал, кстати. Так, яд давайте закинем, чтобы голем менее страдал. Закидываем также сюда колдунов, подкинем бомберов. Мортирка, надеюсь, не завалит. Хоп, отлично. Теперь закидываем с вами... Ой-ой-ой, забыл. Закидываем валичек, закидываем кинга. Хотел закинуть КК еще, я забыл, что в КК я взял сейчас этих хогов. Поэтому нафиг КК не скидываем. Я и вальками сейчас разгромлю эту базу, причем даже очень легко, я думаю. Или же хогов закинем. Ну давайте, ладно, закинем, короче, все, что есть, чтобы побыстрее забрать эту базу. Вот здесь по-любому стоят спарочки, я в этом уверен на 100%, потому что я эту базу знаю как свои 5 пальцев. Так, на глазу. Ой, блин, на каком глазу? Ладно, я шучу. Закидываем хил. Короче, прожимаем героя, все, добиваем базу. Просто берем и добиваем. С этой части закидываем лучницу, потому что, ну, нижнюю часть мы и так добьем, я думаю, потому что все войска сюда идут, а вот верхнюю нет. Остается яд в КК, но он тут в целом и не нужен. Кстати, войска, по-моему, вообще все опять остались. Ну, големы, колдуны, вальки, хоги. Да, и это говорит о том, что база рашерская. Вот, видите, значит... Рашерить плохо, я вам всегда говорил, что рашерить нельзя, это плохо, вас будут всегда нагибать, и в КВ вам смысла ходить нету, потому что с вас будут всегда брать трешечки. Так, а где мы еще что-то не добили? А, вот он домик, я думал уже добили его, оказывается домик не добили. Самая сложная атака на сегодня, да, прокачка дохлая, но учтем то, что я вчера перешел на 5-ю ратушу, ну и тут просто я ничего сделать не смогу, даже если я возьму с собой там, что у меня есть вообще...
Так, на пятой ратуше колдуны там. Я не знаю, у меня все не прокачанное, кроме лучниц. Я их вчера апнул, сегодня они доапались у меня. Ну и в КК взял хогов, и ну что я сделаю? Я ничего не сделаю, попытаюсь как-то одну-две звезды выбить, хоть что-то. Так, давайте закинем, наверное... А, стойте, подождите, кого мы закидывать-то будем? Оу, два дракончика. Ну, третий левел лучниц уже посильнее. Кстати, и цвет они поменяли, выглядят намного лучше. Ну, давайте убьем сейчас, получается, дракончиков. И луков, кстати, больше, я же лагеря проапал еще, поэтому нормас. Мы сейчас будем с вами тащить. Молнию я заюзаю, наверное, вот так как-то. Можно было по центру, конечно, но профита уже не будет, я думаю. Так, запускаем тогда с вами хогов. Я как говорю, мне хотя бы одну звездочку взять, мне хватит вполне. Целиком и полностью. Отвлекаем чуть-чуть деф лучницами. А хоги в это время наносят урон по дефу. Ну, хоть и хоги топовые, но, сами понимаете, они не бессмертные. Они погибают, тем более они встретились с колдуном. Ну и тут как бы, как ни крути, все, им придет капец. Звездочку мы точно возьмем, как я вам говорю, но больше не будет. Тут, смотрите, в центре даже мортира топовая есть, поэтому лучница она вынесет на изях. Да, звезду мы точно сейчас возьмем с вами, но не больше. Но, кстати, хоть что-то, хоть какой-то профит этот аккаунт приносит, это уже хорошо. Так, ладно, давайте добьем тогда звезду, и можно уже завершать, потому что больше реально не возьму. Перейдем уже на последнюю атаку, это будет атака с праха, то есть мой дисбалансер. Правда, там хранитель только есть, как всегда, но после атаки я его тоже положу. И в итоге я буду ЛВК катать также без героев. Но все равно на 3 звезды я того чела должен взять. Сейчас покажу, какого вам. Миксец у меня будет выглядеть как-то так. Это обычные шахтеры, которыми я фармлю. И я микс не хотел переваривать, поэтому я буду бить 10 номера, а не 8. Я буду бить зеркало Ромы. Ну, все равно он другого брал, поэтому я его заберу. А почему я не буду бить этого номера? Потому что КК не выманивается, а для шахтеров это плохо. Поэтому лучше я уж на 9, ой, на 10 номере выманю КК и буду бить его. Могу, конечно, и этого номера, но это чужое зеркало, поэтому трогать не буду. Может быть, он и его хочет шатануть. Поэтому я просто пробью 10 номера на 3 звезды. И все, проблем никаких не будет. И тем более 2 адских тут на сингл стоят. Поэтому сейчас мы возьмем трешку легко. Поехали. Так, выманиваем для начала клановую крепость, лишь бы тут это... Трапов никаких не было, а то выманивать нечем будет. Окей, тогда теперь тащим, наверное, ну к этому углу давайте, что уж теперь... Отманим и лучницами быстренько сольем 3 дракончика, офигеть, конечно. Но яды, конечно, нам помогут нормально так, но все же, убивать их придется долго. Лучниц много не скидываю, потом пригодятся в добитии, я их просто вытравлю ядами, да и все, и проблем нету. Яд 4 левел, поэтому легко должны вытравить, проблем не составит, я предполагаю так. Так, отлично, дракончиков убили, теперь остается шарика офнуть, он, конечно, травится потихоньку, ну ладно. Закидываем с вами тарана. После чего, так, на землю же, да, он стоит? Так, ну да, на землю стоит. Что-то я это не понял сначала. Угу, закидываем шахтеров теперь. Шахтеров всех скидываем. Теперь пошел у нас хранитель. Какая рейдж можно заюзать? Без понятия, зачем. Так, хил. Ну давайте, ладно, хил заюзаем на заход. Хилов у нас вообще много, поэтому как-то пофигу. Что сейчас мы заюзаем, что потом. Хоть как база снесется легко до 3 звезд. Так как шахтеры 5 уровень. Давайте прожмем хранителя, потом будет просто это не нужно. Он уже, кстати, 16 левел. Профит от него огромный, я бы сказал, даже очень. Ну да, шахтеры у нас реально почти все живые, кажись. Так как я их хилю безбожно. Считай, только хил кончился, я на них опять закидываю. Так, ну ладно, закидываем последний хил, раскидываю лучниц и просто добиваем эту базу до 3 звезд. Очень легкая трешка. Ну, понятное дело, из-за чего то, что КК выманивается. Не выманивалось бы КК, шахтерами я бы не втащил, мне бы пришлось бы перевариваться. Но в целом такой задачи не было поставлено, я просто закрыл 10 номера и все, проблем для меня никаких нету. Надеюсь, те челики, которые остались, они по 2 звездочки хотя бы выбьют. И нам такой процент, такой результат уже, ну, достаточен. Я не скажу, что мы прям тоталы бьем, но у нас и лига такая, то есть слабенькая. Золотая или какая? Ну-ка, сейчас посмотрю. Подождите-ка. О, вообще серебряная лига, поэтому нормально. Просто каждый раз берем новичков. Кто-то не умеет атаковать, кто-то только учится. Ну, в общем, разные люди бывают. Мы, в принципе, строго не наказываем за это. Ну, учатся потихонечку, чё ж поделаешь с этим. На сегодня ролик будет заканчиваться. Я надеюсь, он вам понравился. Вы поставили лайк. Всем удачи, друзья. Всем пока.